Когда меня спрашивают, а где найти силы, вот, чтобы на себя опираться, у меня есть один ответ. Посмотреть правде в глаза, посмотреть реальности в глаза. Сила в правде, как известно, реальность, к сожалению, не очень радостная. Как только вы начинаете видеть реальность, вы неизбежно испытываете потребность сделать ее лучше. Вы хотите делать реальность лучше, если вы понимаете, в каком она находится в плачевном состоянии. Свою социальную реальность, свою психологическую реальность, свою профессиональную реальность. Если вы видите правду, вы, естественно, будете хотеть сделать ее лучше. А когда вы начинаете делать, вы начинаете получать от нее отклик, понимаете? Это как землю, если ее, как бы с ней бережно, так сказать, обращаться, она родит. Вот реальность, она будет давать плоды и будет давать силы, если вы каждый день, хотя бы по чуть-чуть, пытаетесь сделать ее лучше. И вот от этого реального действия вы обретаете силы, которые нам так нужны.